So the public partner refers to a non-profit sport or physical activity. Ключевую дисциплину программы «Мастер спортивного администрирования» ведет канадский профессор, всемирно известный эксперт Бенуа Сеген. Об олимпийском партнерстве и спонсорстве декан университета Оттавы, автор книги «Олимпийский маркетинг», готов рассказывать студентам часами. Но на каждый модуль отводится определенное количество времени. Чтобы получать наибольшее количество знаний в сфере спортивного бизнеса студентам и предоставить новые возможности для самого Олимпийского университета, Бенуа Сеген в этом году предлагает вузу развитие международного сотрудничества по реализации краткосрочных программ. Мой университет сейчас развивает программу поддержки высокоэффективного спорта, и взаимодействие между канадским и российским международным олимпийскими университетами очень важно для нас. Я считаю, что так мы построим международное партнерство по обмену студентами и профессорским составом. Краткосрочные программы ориентированы на повышение квалификации, так же как основные образовательные, направлены на подготовку лидеров для российской мировой индустрии спорта. Жуаль Дау – член Ливанской национальной федерации велосипедного спорта. Обучение в Российском международном университете позволит ей улучшить спортивные знания и достижения. Жуаль хочет в дальнейшем преподавать спортивные дисциплины или организовать свой спортклуб. Сейчас по всему миру проводится большое количество серьезных спортивных мероприятий, и они должны хорошо спонсироваться. Без спонсора не пройдет ни одно мероприятие, начиная от простых до олимпийских и паралимпийских игр. И этот курс позволяет нам узнать, как вести переговоры с крупными компаниями, какую из них выбрать и почему, а также чем они могут нам помочь и как нам сработаться, чтобы провести спортивное мероприятие на высшем уровне. Программа «Мастер спортивного администрирования» – флагманский продукт ОРМОУ. Набор на новый учебный год стартовал в конце декабря. За небольшой срок поступило больше 30 заявок от российских и иностранных студентов. Из них половина выбрала короткие или дистанционные программы. В течение года в Сочи и в Москве их проходят более 1500 спортивных специалистов. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.